Шампуры – самый крутой ленивый шашлычок с механизмом вращения на 5 шампуров, предназначены для приготовления вкусного и сочного мяса, а также овощей и грибов на мангале, гриле, самодельных очагах и даже в ямах. Конструкция оснащена специальным мотором, работающим от батарейки 1,5 вольта, что обеспечит непрерывное вращение шампуров от 5 до 6 часов. Насладитесь отдыхом с друзьями, не заботьтесь о приготовлении мяса. Даже самый ленивый шашлычник оценит по достоинству преимущества самокрутов. Шампуры вращаются постоянно, поэтому мясо обжаривается равномерно и не теряет сок, что делает его нежным и равномерно прожаренным. Собрать данную конструкцию легко и просто. Рамка состоит из двух стяжек – редуктора и держателя для шампуров. На редукторе расположен зацеп, к которому крепится мотор. Если ось мотора не совпадает с осью вращения редуктора, то ее нужно провернуть до нужного положения. Когда рамка собрана, устанавливаем шампуры с нанизанным шашлыком. Размер кусочка не должен быть шире, чем расстояние между шампурами, это около 6,5 см. Это предотвратит задевание кусочков друг за друга. Для приготовления кусочков большого размера устанавливаете шампуры через один. Браслет от комаров. Лето – активная пора для отдыха на открытых местностях. Многие люди предпочитают проводить свободное время на пикниках, на озере, речке или просто пешую прогулку лесом. Такой отдых очень полезен для здоровья и хорошего самочувствия любого человека. Единственным минусом такого времяпрепровождения являются комары и прочие насекомые, которые своим появлением могут испортить такой долгожданный отдых. Чтобы защитить себя и свою семью от нежелательных последствий контакта с этими вредителями, предлагаю вам вот такой вот отличный браслет по защите от комаров и других насекомых. Благодаря такому браслету вы можете не бояться укуса комаров, но также и клещей, мошки и прочих насекомых. Сам браслетик пахнет сильно, но не резко. Запах приятный, напоминает растворимый гранулированный лимон-чай. Такой раньше продавался в небольших пластиковых банках и в автоматах. И к удивлению, это действительно работает. В то время, пока браслет одет на руку, комары не кусают. Конечно, в лесу он вряд ли спасет от обилия кровососущих насекомых, но вечерние прогулки в парке нам уже не страшны. Надувная лодочка «Фламинго». Лучше фламинго в руке, чем журавель в небе. А эта лодочка вообще звезда Инстаграма. Сколько фотографий девушек с этой розовой птицей ты видел в своей ленте прошлым летом? Скорее всего, дофигище. Очень много. Яркая надувная лодка в виде фламинго может подарить много положительных эмоций во время плавания на ней. Безопасность эксплуатации обеспечивают две воздушные камеры. Лодка изготовлена из качественного и износостойкого материала. В описании я оставил ссылки на маленькие фламинго, это для детей, и на большие, для взрослых. Набор инструментов для садоводства. Отлично подходит для работ как дома, так и на улице. В наборе инструментов собраны все нужные предметы для удобного использования во время работ с землей. 10 садовых предметов – это необходимые инструменты, которые помогут вам с садовыми работами. С таким набором вы можете без проблем справиться с любыми задачами. Сделайте грядку, подрежете кусты, обрежете ветки на маленьких деревьях или кустах. Посадите цветы и другие растения, подольете растения на клумбе и в саду, либо распилите на листья и почистите их. И, конечно же, многое другое. Комплектация у нас такая: две лопатки, грабли для пересадки, ножницы для подрезки, мини-секатор, распылитель воды и еще несколько полезных инструментов. С помощью садового набора инструментов в кейсе ваш сад или огород будет выглядеть достойно, а работать на земле станет комфортнее, легче и быстрее. Расширяемый садовый шланг. Думаю, многие слышали про него, а если нет, то я напомню. Его длина меняется, стоит включить воду, и он расширяется. Поливочный шланг автоматически увеличивается в длину. Если нужно, он станет длиннее в 3 раза, а затем вновь легко и просто сожмется для удобства хранения. Это легкий, компактный, эластичный шланг-гармошка с практичным дизайном, исключающим образование петель и заломов. Благодаря своей способности растягиваться в длину и большому диаметру, огородный шланг создает мощные, интенсивные распыления, которые идеально подходят для мойки окон, чистки машин, полива цветов и многого другого.
Внутренняя оболочка изготовлена из каучука, что позволяет ей растягиваться под действием давления воды. Внешняя складывающаяся оболочка шланга для полива состоит из переплетенных нейлоновых нитей. Основное ее предназначение – ограничить диаметр расширения внутренней оболочки и тем самым защитить ее от разрыва. К тому же она обладает грязеотталкивающим эффектом, что очень удобно не только при хранении, но и при выполнении других манипуляций. Инструмент для подвязки растений. Это необходимый инвентарь виноградаря, виноградник которого превышает 10 кустов. Он предназначен для зеленой повязки винограда, повязки богемов малины и помидоров. Подвязка осуществляется при помощи ленты из ПВХ и металлических скоб. Процедура проходит в два щелчка. Используя в своем хозяйстве инструмент для подвязки растений, вы всегда будете быстро и легко справляться с такой сложной и времязатратной процедурой, как подвязка винограда. Инструмент идеально подойдет для подвязки молодых побегов винограда, вьющихся растений и высокорослых огородных культур. В процессе одного сжатия подвязчика производится сразу три операции. Это обворачивание растения и опоры лентой, закрепление подвязки скобой и обрезка ленты. Подвязка готова. Инструмент для подвязки производит бережную фиксацию растений к опоре, не повреждая их. Секатор для прививки деревьев. Это профессиональный инструмент для садоводов, в том числе начинающих. Вероятно, многих из нас посещали мысли попробовать сделать прививку. Теперь эти мысли легко воплотить в жизнь. Все знают, чем лучше совпадают срезы на подвое и привое, тем выше успех прививки. Главное отличие секатора для прививки от разнообразных специальных ножей – это то, что место соединения получается плотным и срез всегда одинаковый. Фигурный нож прививочного секатора делает зеркальные срезы на привое и подвое. Привой идеально плотно соединяется с подвоем, что обеспечивает быстрое срастание. Шансы приживания выше, а работать гораздо легче. Сам инструмент поставляется в блистере. Прививка растения с помощью прививочного секатора занимает считанные секунды. Справится любой человек. Аккумуляторные ножницы для газонов и кустарников. С ними вы сможете с легкостью подстричь кромки газонов и не только, без подключения к электросети. Ножницы поставляются с двумя различными ножами, нож шириной 8 см для травы и кустарников и нож для кустарников, рабочая длина 12,5 см, благодаря чему хорошо подходят для придания формы и подстригания кустарников типа самшита. Замена ножей производится без помощи инструментов, просто быстро и безопасно. Мощная, простая в обслуживании литий-ионная аккумуляторная батарея гарантирует легкость работы и прекрасную производительность. Благодаря эргономичной рукоятке аккумуляторные газоны и ножницы хорошо лежат в руке, а их высокая эффективность обеспечивает превосходные результаты стрижки. Съемные ножи прецизионной заточки имеют покрытие от налипания. Ножницы можно использовать с телескопической рукояткой для удобной стрижки кромок газонов из положения стоя. Гамак с москитной сеткой – великолепные средства для отдыха и релаксации. Купить гамак можно для дачи, для путешествий, для дома и даже для офиса. Подвесной гамак позволит вам здорово отдохнуть и восстановить силы и энергию после тяжелого трудового дня. Вы достигнете полного расслабления и с легкостью уснете. Гамак для отдыха позволяет расслабить мышцы шейного, поясничного и спинного отделов позвоночника. Таким образом, ваше тело получает оздоровительный эффект от нахождения в гамаке. Походный гамак с москитной сеткой надежно защитит вас от летающих насекомых и их укусов. Такой гамак наверняка пригодится вам на даче, в походе и на рыбалке. Москитная сетка прошита вдоль гамака с одной стороны, а с другой закрывается на молнию. Также благодаря москитной сетке вы будете защищены от сильных порывов ветра и сопутствующих ему песку и мелкому мусору. Металлическая катушка с цепью для триммера. Представляет собой катушку, внутри которой размещается цепь. Если у вас есть триммер, который работает и с триммерной головкой, и ножом, эта катушка вам подойдет, потому что она крепится фланцем, который крепит нож. Идеально подходит для сада и сельского хозяйства. Отмечу, что пользоваться данной насадкой нужно аккуратно. С ее помощью можно срезать не только траву, но и мелкий кустарник, и, возможно, даже небольшие деревья с тонкими стволами, хотя нужно пробовать. В общем, насадка точно пригодится в хозяйстве. Как вам эти товары понравились? Пишите свое мнение в комментариях, я их все читаю.
А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если это видео было для вас полезным. На канале есть много интересных роликов, которые вы оцените. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!